камера, мотор. Друзья, привет! Сейчас буду тестировать вариометры. Я вам сейчас покажу. Тут целая куча вариометров у меня от разных производителей, как брендовых, так и хендмейных. Вот. Еще не хватает одного вариометра, который Серега Глюк делает, но я чуть попозже его тоже затестирую. У нас есть Браунигер, есть бразильский вариометр с компасом, есть варик с Коба. Ну, вы знаете, я их делаю, продаю. Вот. И еще ребята делают в Эмари. Ну, еще один не прислали. Обещали прислать чуть попозже. Буду тестировать, смотреть, как что работает. Сейчас постараюсь прикрепить на кокпит это все. Конечно, места немного, но посмотрим, как работает. Я в воздухе буду включать, отключать их. Где-то включу вместе. И в воздухе будет более-менее понятно. Также я обязательно с ними поднимусь на лифте и спущусь, чтобы видеть скорость реакции у этих всех вариометров. Как и звуковой индикации, так и электронной аналоговой. Все, увидимся в воздухе. Пока. Бегать красненько. Два циферки пошли тоже. Ну что, ребята, будем тестировать. Выводишь, кучу приборов. Здесь нету фломастера, еще я собираюсь протестировать в сравнении. И еще есть вариометр, я говорил, Глюк Серега делает. Вот. Здесь у нас есть классический Браунигер Альто. То есть, в принципе, Альто и фломастер я считаю не то что идеальными, да, то есть это возьмем за основу нормальных вариометров, да. Дополнительно у нас есть бразильский вариометр, очень интересная модель, я сейчас с ней летаю. Летный компьютер Коба, здесь стоит программное обеспечение ЛК-8000, электронная индикация, здесь варио не будет. Вот если с аксессуаром ставить, то он индикацию еще на экране отображает. Но мне не надо, потому что у меня вариометра хватает. Плюс редколинка. Выглядит как кусок красного мыла. Очень интересный звук, но сейчас все посмотрим. У нас давайте сбросим высоту. Как-то сбрасывается. Вот сбрасывается, да, вот высота сбросилась. Так, высота у нас здесь автоматически сбрасывается. Здесь у нас в абсолюте все. Так. Плюс у нас тут карта, не знаю, есть, нету. Все включено, здесь тоже автоматически сбрасывается. Температура приблизительно плюс-минус 2 градуса, 14, 16, 15, но это все, скорее всего, корректируется. Ну что, будем стартовать. У нас динамик, термодинамик слабый. Сейчас покажу вам, не знаю, видно, нет. Это мы на старте Пожарская. Вот, стартую, постараюсь потом все это видео обрезать лишнее. Вот, если, конечно, хватит камеры. Так, подножечку. Стартовать буду летать на крыльях Hook. Хорошая бэшечка, мне очень нравится. Вот. Что-то есть в этих крыльях. Вот. Так. О-хо-хо! Вывели крылышко, фоновый ветер довольно-таки плотненький. Будем выходить. Скорость. Так, опа, усаживаемся. Ой-ой-ой, тут она все запикала. Я представляю, сейчас у вас зашкаливание звуковой индикации. Но я постепенно буду отключать разные приборы, чтобы было понятно, где что как работает. Пока что то, что я замечаю по скорости реакции. Сейчас я сделаю винговер какой-нибудь. Вот, заброс. Черный М-Варио, кстати, реагирует довольно-таки чувствительно. Быстрее всех среагировал Коба. Вот, но у Коба вариометр, который стоит, сразу говорю, у него звук не громкий. Поэтому на фоне других он намного тише работает. Я специально разные звуки, чтобы было понятно. Пока что тупее всех реагирует редколинка. Попытаюсь обработать этот пузыречек. Внизу ребятки помашут ручкой. Так, я прошу прощения, я сейчас снимаю не своим шлемом, да, не в своей подвесочке, а взял кокпит у ребят и на них напихал тут всех вариков. Но я бы хотел, чтобы у нас еще в сравнении участвовал фломастер. Да. Ну, попробуем сейчас стабилизировать полет и посмотреть на слабых. Пока что то, что я замечаю,
самое чувствительное, это у индикации электронной, у бразильского, это вот красный вариометр Just Acro называется, это модель для акропилотов, она еще записывает ускорение, к тому же в нем встроен этот датчик перегрузок. Вот интересная штука, ну ни разу не пользовался, не пользовался, ни раз в тандеме крутил, смотрел перегрузки какие дает. Вот. Очень быстро реагирует M-Vario, приятно удивлен, но электронная реакция у него замедленная, то есть он начинает как-то реагировать с 0.3. Red Калинка самый такой задемпфированный, он реагирует на гарантированные потоки. Ну, кто-то любит хорошие, сильные, ну, суперчувствительные. Ну, мне нравится, когда в приборе можно контролировать чувствительность прибора. Кстати, у бразильского прибора можно в одно касание чувствительность поменять. Здесь вот сейчас покажу. Так, чувствительность у нас это... Нажимаем, сейчас проверим. Да, конфиг нажимаем, и можно выбрать вручную три варианта чувствительности усреднителя. Очень удобно в воздухе, то есть если слабые условия, то есть выбираем чуть посильнее, чувствительность, ну, более тонкую чувствительность. Если же у нас очень турбулентные резкие потоки, делаем более усредненным, три режима. В Alto Braunigere, ну, это классический вариометр, который многие знают, он является уже, я думаю, как бы идеальным критерием. Ребята, нормально стартуйте, летайте. Нет, на это снимаю видео. Вот. Я думаю, надо еще вариометр. Пока что первое, что я заметил. Red Калинка заторможенный. M-Vario довольно-таки хорошо реагирует. Тут у нас пузыречек. Очень хорошо отреагировал бразильский, просто моментально. При этом настройка стоит средняя. Браунигер, ну, я привык к нему. Первым реагирует Коба. То есть самая четкая чувствительность, но у него самый тихий вариометр. Громче сделать нельзя, но это особенность железа. О, заброс, забросик, о, отлично. Приятность. Такой поздней осенью почувствовать такие забросы. Red Калинка самый тормознутый варик. Возможно, в настройках там можно подкорректировать. Я читал у них на сайте, что эти настройки можно делать только с паяльником, разобрав прибор, перепаяв какой-то коннект. Ну, и стоимость его не супер по сравнению с другими. По поводу цены поговорим дальше. Все приблизительно показывают набор высоты одинаковый. В сравнении 20-20 метров. Ну, Коба, понятно, это из всех один из самых прокачанных приборов, который дает информации больше, чем нужно. Но мы сейчас тестируем качество как вариометров. Я считаю, что чувствительность Коба вариометра не такая уж важная, как бы, да, то есть, нежели как его летные характеристики. То есть, как варики мне пока что нравится. Браунигер, M-Vario очень, то есть, неожиданно хорошо работает, плюс индикация четкая и понятная. Очень нравится вот бразильский прибор. Плюс компас. Это мелочь, но приятно. Ладно, все, иду на посадку, делаю стоп-видео, продолжим потом. Прокачусь на лифте, клич такой есть, уж извините. Так. У всех показывают 1 метр по высоте, но сброшен 0. И теперь прокатимся на 9 этаж.
получается 15 метров показал, здесь 15, 14, да. Едем обратно. Снижение 0,6-0,7. Конечно, бразильский чуть быстрее отреагировал именно в цифровой индикации. В плане звука и бузера приблизительно одинаковый. Давайте пробуем еще раз. Ну, далеко здесь не будем, на 6. Важно, когда запустится какой. Ну, скорее всего, здесь какофония, вам тяжело будет понять, где что. Самый чувствительный на Коба, но самый тихий звук. Дальше по точности и чувствительности бразильский прибор. Так. Сейчас выйду пока сюда, чтобы видно было. Очень неплохо работает M-Vario. Handmade прибор такой вот именно. Исполнение довольно-таки интересное. Минималистический, недорогой, очень точно работает. От Сереги сделал Серега Глюк приборчик, вот, запихнул фонарик велосипедный, и работает хорошо. Для тандема использую, классно. Цена дороговата, Серега, рекомендую цену изменить, вот, потому что реальный конкурент, вот такой вот прибор, работает не хуже. Бразильский работает очень хорошо. Плюс его: вставлен компас, работает хорошо, все понятно. Плюс легко и быстро можно чувствительность вариометра изменять, то есть менять его чувствительность, то есть средние и там средние, затупленные, максимальные, в зависимости от термичности. То есть если очень турбулентная погода, можно усреднить, чтобы не было слишком много информации. Если слабое, то повышаем чувствительность. Ну, Коба есть Коба. Плюсы: очень чувствительный вариометр, очень хорошо и точно работает, но из минусов — слабый звук. Вот визуальная индикация есть, но в полете вы на нее смотреть не будете. Если у вас других приборов, вариометров нету, то Коба плюс Варио ну, нормально работает. Не громко, но работает. Вполне реально, летабельно, без проблем. Такого плана пищалки очень хороший, удобный. Сейчас я не тестирую, есть редколинка, наверное, один из самых таких специфичных приборов, таких кордурных, вот. На вид неубиваемых, наверное, пиво открывать и можно. Но он самый тормознутый в звуке, хотя очень громкий, звук специфический. Неплохо работает M-Vario, бюджетно, классно. То есть, если денег нет, а хочется с индикацией, и с хорошим, неплохим чувствительностью звука, M-Vario рекомендую. Вот. Если же вам полноценный прибор нужен, ну, как бы, Коба, понятно. Я летаю всегда с несколькими приборами, чаще всего я дублирую все. Вот. Особенно на соревнованиях. Не только вариометры дублирую еще и логеры. Дополнительно мне есть еще телефон и еще дополнительно там третий логер какой-нибудь в кармане. Вот. Но это из опыта, я думаю, все спортсмены так делают. Все, спасибо. Может быть, в воздухе еще сделаю какой-нибудь подлетик со всеми этими приборами. Ну и буду выкладывать видео. Надеюсь, вам это понадобится. Всем пока.